Всем привет, дорогие друзья, с вами Игорче. Играю я в очень организованного вора, The Merry Organized Thief. В общем, снова и снова буду играть, опять же, при вас. Ну что ж, поехали. Как обычно, 5 раз, наверное, буду играть. В прошлой серии по этой игре я 7 раз как бы играл. Вот, но сейчас буду, короче, ну, переигрывал 7 раз. Или как сказать, вот. Сейчас буду снова воровать, короче. В этот раз 5 раз. Буду переигрывать в этот раз 5 раз. Ладно. Нам нужна бутылка парфюма. Так. Редкое вино. Игровая консоль. Так, ну ладно, я не буду уж сильно внимание намекать, какие нам предметы нужны. Буду сразу, прям, чтобы не возиться так долго. Так. Игровая консоль, хорошо. Так, я подправлю сейчас. Ну, как-то... Ладно, давай, как-то так положим. Или как? Сейчас. Ну ладно, пойдем. Так, сейчас. Тут деньги взял, да, отлично. Так, это нам не нужен, этот лоток. Или как оно? Так. Блендер. Так, это микроволновка, блин. Так. Короче. Так, тостер, значит, нам не нужно брать. Хорошо. Чайник нам не нужен. Так, я помню, что нам нужно было редкое вино взять. Ну, все, пока что я все нашел. Так, статуя нам не нужна, ладно. Что ж, еще можно было же взять. О-оу. Блин. Вот. Сейчас, короче, раньше вернется наш многоуважаемый кенгуру. Ай, кенгуруша, в общем, вернется сейчас. Так, раньше. Ну, вот, как я говорил, отключил электричество. Как-то. Блядь, нужно бы сначала начинать с синего повода, да? Ладно, тогда буду сейчас действовать по своему плану. Так, короче, деньги есть. Ваза, это мне вроде бы ничего не нужно, да? Хорошо, так, тихо. Он поднимается или что? Он поднимается? Нет? Нет? Ого. О-оу. О. Блин. Так. Я не заметил, я не заметил его. Блин. Блин. Господи, давай коробками как-нибудь скроемся, нет? Он пробирается, он пробрался. Блин, ну уйди, уйди. С тульями как-то надо. Блин, да. Да что? Что с тобой делать, а? Блин. Он что, совсем что ли? В натуре. Блин. Короче, с первого раза мне не повезло, ладно. Короче, будем тогда сейчас снова. Офисный ключ. Ключ от офиса, значит. Так, ладно. Будем сейчас, короче, снова тогда заниматься. Так, так это нам не нужно. Так, картины. Картина нам не нужна. Вот это вот. Это нам не нужна тоже. Так, статуя нужна, ваза. Так, нам нужна микроволновка. Сейчас мы микроволновку найдем, вот она. Так, а я могу стуль этим, короче, барным стульчиком. Вот такой вот бар у нас получается. Короче, сейчас будем... Идем, господи. Так. Ой.
этот тостер, значит. Вау, 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 вау. В общем, смешно выходит, но лучше обойтись. Так, тут ничего не нужно. Так, нам нужен системный блок. Ладно. Сейчас будем много денег искать. Так, блин, это тут. Так. 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 Господи, тут еще флаги есть. Блин. Он, кажется, опять едет. Что-то. Так. Короче, я иду наверх. Тут ничего не надо, да ладно, все это я расскажу. Так. Ах, я еще помню, тут пасхалка есть сейчас. Вот, смотрите, видите, что? В общем, воришка у нас получается. Так, тут, в общем, остался компьютер и золото. Так. Так, типа, я что-то как-то, знаете, что-то боюсь. Блин, прячься, прячься. Я же сказал, прячься. А, блин. Ты ничего, да чё, оглохший, что ли? Короче. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Так, я лучше пока здесь. Смыкаюсь, я лучше здесь буду стоять. Так, так, тихо, тихо, не заходи. Сходи. О-оу. О-о-о. А, все, типа, выйти не могу, типа, да, ты хочешь сказать? И чё, и чё? То есть, типа, мне как-то выходить придется? Или чё? А, так. Чего ты? Уйди! Нет, нет, блин. Так, нет, это все. Все, спасибо, все, до свидания. Так, попробую. А, все, я от него убежал, все, он меня не находит сразу же. Я гитару лучше закрою. Не заходи сюда. Умоляю, не заходи. Давай пока что тут посмотрим, что у нас тут. Австралийский флаг. Так, нам компьютер нужен и золото. Блин, вот. Так, и тут ничего. Господи. Господи Иисусе. Так. Вот сейчас мне это что-то не устраивает. Я, кажется, я не знаю, что сейчас мне делать придется. Но... Пока он сейчас там ходит. О! О! Всё, он, короче, нашел меня. Блин. И чё? Типа, дверь даже не закроется сейчас. Блин, все, короче. То есть. А, все, он типа меня начинает уже гасить, короче. Начинает меня затушивать. Да, видишь, что начинается, началось, блин. Блин, что делать? Я, кажется, надо быстрее убегать. Пошли. Кольцо нам не нужно. Блин, а! Уходим. Да он меня видит, серьезно, что? Блин. Картиной. Картина. Нет, картина не помогает. Блин, да он за мной бегает. Ну куда деваться ж? Так, я... Ладно, я тогда сейчас вот так сделаю. Так. Давай зеркало попробуем. Давай зеркало. Блин. Ай. Блин. Да уходим быстро. Там как у меня ходит? Все, меня здесь нет, все. Меня здесь нету. Я. И все, меня тут нету, все, ты меня не найдешь, все. Ой, я тут еще не смотрел. Кстати, смотри-ка.
Деньги? О, это вот наилучший клад из всех, которые я мог бы увидеть. Так, ладно, давай-ка еще тут осмотрим холодильник. А, блин! Ё-моё, ё-моё, ё-моё! О, куда деваться? Блин. Так, ладно, у меня такая. О, господи. Так, 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 так. А, да, все нашел, короче. Блин. Все. Такой способ нормальный, блин, а. Да, блин, за мной прыгун какой, а? Чё ты там? Чё? Куда ты пошел? А? Куда? Я сейчас за твой хвост дерну, понял? Куда он попёр, вообще непонятно. О! Ну чё, будет так кругом, что ли, ходить? Как ты здесь оказался, господи? Да никуда деваться, блин, мне первый этаж нужен. Тихо, не... это... Куда он сейчас ушел? Вот куда? Ладно. Вот компьютер. 52-84. 52-84, запомнил. Так. 52-84. Отлично. О, да, это то, что я хотел бы, да. Короче, ладно, все, тогда иду. Что ли? Нет, нет, я пока не иду, тихо, я закроюсь. Блин, как ты, может, гитарой? Блин. Не заходи, я тебя прошу, я все украл, да? Я все украл. А здесь он ушел на первый этаж. Так. Так, куда же он ушел? Куда он ушел? Короче, ладно, я заканчиваю. Короче. Так, значит, 8 минут 18 секунд. Мастер Вор. Так, давайте еще один разочек попробуем. Ну, не еще один, а в смысле три раза вроде бы. Так. База. Так. Тут вообще сколько всего. Ну, ладно, не так уж и тяжело. Сейчас будем, короче, блин, да. Эти стулья мешают. Вот как-нибудь сейчас тут закрою проход, чтобы этот кенгуру... Ладно, и это... Чтобы он никогда не пошел. Я все-таки оставлю открытым, а то я не хочу просто, чтобы он застрял. Я хочу, чтобы он по дому бегал. Интересно же, как типа с этим убегаешь, вот. Статуя. Так, печка, блин, зачем мне эта печка? Ой, значит, тебя сломаю. Получай, 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 получай. Ой, короче, ладно. Нечего с ней делать. Короче, я вот так сделаю сейчас. Отлично. Так, теперь у меня будет дофига времени, абсолютно. А тут хоть что могу сделать, абсолютно. Тут что? Тут ничего нет. Ладно, я скрываю эти ящики. Так, тостер. Тостер, конечно же, пригодится. Так. Тут игровая консоль, телевизор. Они нам не нужны. Так. Ничего нам здесь не нужно. И планшет не нужен. Пикап. Значит, тут у нас только один пикап есть. Стоит. Значит, так. Пикап. Пикап. Это подушки. Подушки мы никогда не крадем. Подушки нечего красть, они имеют, ну, небольшую такую ценность, но все равно. Надо ж, блин, скоро придет хозяин. Да, я уже профессионал, теперь я знаю, как разные звуки выглядят. Это нам на вас не стоит. Я извиняюсь, все нормально со мной, в общем. Так, это у нас колечко. Так, колечко я сюда пока положу. Так, нам лаптоп не нужен. Так. А что же нам нужно вообще?
Значит, нужно в гараж идти. А так, тут ничего нету. Ой, да, я ж свет включил, господи. Так, барбекю нам же не нужно. Велик не нужен. Я просто побаливал недавно. Ну, нормально, в принципе, почти все. Ладно, сейчас я постараюсь по-нормальнее, в общем. Ну ладно, так. Надеюсь, пока кенгуру еще не приехал. Ладно, пока что. Так, ладно, тут нечего осматривать уже. Так. Карманы чисто, да, не нужны. Ладно, хорошо. Планшет тоже не нужен. Кипсёчек, продолжайте искать. Так. Эти картины, они нам не нужны. Только я тут вижу, можно найти. Да, все отлично. О-оу. Так, минутку. Это уже как-то проблематично становится. Блин. Так. Я хорошо. Просто буду здесь стоять. Я лягу спать. Можно? Можно я лягу спать? Ладно, хорошо. Я хочу сюда зайти. Пустите. Блин, вот. Ой, да, сюда можно залезть, но я что-то не уверен. Такой нормальный способ, конечно, уже не соответствует моим лучшим игровым навыкам. Как это сказать? Ладно. Дизи плеер остался, мобильный телефон, радио, голдбар, блин, но... Блин, это самое... Блин, я лучше спрячусь, я буду здесь просто сидеть, и всё, я тут стоять буду на одном месте, всё, спасибо, всё, в смысле, сейчас, это... Он пришел, короче, но... Не знаю, он там двери открывает, как бы, И типа, он открывает двери, в общем, включает свет, это да, это вот раньше, когда я в первый раз играл в эту игру, да, меня что-то это пугало чуть-чуть, ну, это кто вообще за чувак был, когда я в старую версию играл, тогда кенгуру не было в старых версиях, блин, ну, не знаю, во сколько лет я начал играть в эту игру, но примерно где-то в 6 или в 5, но примерно, это не точно. Блин, мне что-то лень открывать дверь. Ну, кто там может быть? Там никого нет. Так, в общем. Значит, тут, короче, у нас кенгуру бегает. Наверное. На первом этаже. Я его пока не вижу, но что-то... Мне что-то страшно дверь открывать. Но, знаешь, что-то хочется. Ладно, сейчас тогда выйду вниз. Так. Где? Блин. Иди нафиг. Блин. Так, он... Он пошел, смотри-ка на него! Хвостун! Все, я холодильником. Блин. Он холодильником, блин. Холодильник он закрывает, точно, я помню это. Блин! Так, он меня не видит, нет? Он меня видит! Он видит. Так, блин, сюда. Блин, сюда. Сюда. Блин. Ты меня не видишь. Все. Просто тесто на все в шкафу спрятался, и все, меня тут нету. Все. Не надо искать даже. По идее, он как бы будет тут, он никуда не уйдет из этого дома, тут бесконечно будет бегать, знаю. Поэтому я предлагаю сделать следующий. Он, наверное, застревает где-то или что там происходит вообще. Что-то я не соображаю немножечко. Что-то такое ощущение. Так, тихо. Ох ты ж. О, ой,
Так, все, немного меняем план. Я закрываюсь. Ой, нет, нет, нет. Блин. Он меня видит. Короче, все. В общем, короче, я зря фонарик сейчас посветил, все. Здесь меня не было. И не будет никогда. Мне хочется просто выйти тут походить. Блин. Так, тихо. Так. Блин. О! Так. Тихо. Простите. А что это происходит? Я не понял, а зачем? Ему что, стул мешает? За что ты говоришь? Сейчас тебе помогу. Короче, блин, надо как-то другим стулом эти два стула. Он ничего не выходит. Блин! Ой, сколько у меня осталось раз? Надо еще два раза поиграть, блин. Какой же я, блин, такой вот неуклюжий в этой игре. Так, что у нас тут картина? Любая абсолютно картина, знаешь. Короче. Так, вот этот вот портрет там не нужен, хорошо. Так, что у нас тут есть? У нас тут бутылки можно разбивать. Ну ладно, хорошо. Разбиваем. Так. Так, сейчас, одну минутку. Так. Это я продолжаю. Так. Планшет нам не нужен, значит. Так. Так. DVD-плеер. Да, DVD-плеер нужен. Денежки. Ага. Так, браслет. Нам еще нужны карманные часы, тостер, гитара и... Золото. Так, статуя нам не нужна. Ладно, я тогда статую вот сюда вот положу. Пусть здесь это... Ну ладно, пусть так, тогда будет наклонно. Так, здесь ничего. Тут так важно нам не нужна. Так. Так. Картина нам не нужна. Так. Значит, да, мы другую картину взять. Значит, тогда деньги берем. Да, вместо того, чтобы сюда положить эти медицинские изделия, тут сюда ложат. Сюда, короче, хозяин положил деньги. Но хотя здесь надо хранить вроде бы, как бы, ну, как аптечка, нужно хранить медицинские изделия. Ну, черт его знает. Блин. Уже звонит, я пока закрою, я пока сюда не пойду. Так. Мамин часы, так. 56-49. Так. 56-49. Так, тут флага нет. 56-49. Отлично. Ну, сейчас он раньше поедет, конечно же. Угрятина. Так. Я сюда код, наверное, положу. Так, короче. Так. В общем. Так, это нам не нужно. А, да, все, видишь, едет. Класс. В общем. В общем, короче, нужно быстро все делать. Блин, шаг за шагом. Так, я пока что закрою дверь, и тут там ничего нельзя вроде бы сделать. Ладно. Тогда ладно, блин, куда вот сюда? Так, все, тихо.
Он ходит, как обычно, включает свет и двери открывает. То есть это специально он делает. Надо будет. Нужно было отключить это все. Блин, забыл. Ладно. Сейчас тогда будем по-другому сейчас поступать тогда. Я не знаю, сейчас, наверное, в шкаф спрячусь. Блин, вот. Вот знаешь, еще прикол? Что-то мне слушать, что-то не хочется открывать. Я, пожалуй, вот где-то. Я вообще лучше погасну. Вот, свет. Так. В общем. Я это. Тостер и гитара осталась. Блин, а тостер я аж на кухню забыл. А я на кухню, наверное, не ходил. А гитара, наверное, тоже была на первом этаже, или она здесь, на втором где-то. Вроде бы там, в спальне, в другой должна быть, в соседней комнате. А, так. А я... Что-то я... Нет! Уйди! Гитара, отлично. Остался тостер. Блин. Тут я ничего не могу взять, обидно больше. Только кроме флага. Да блин, он опять идет. Ну куда же деваться, блин? А! Нет! 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 И он тут меня находит. Ну куда же мне деться? Блин, я, короче, не знаю. Тут надо еще деньги поискать. Вот, видишь? А, тостер. Вот, отлично, я нашел тостер. Ох, флаг. Да что ему надо? Нет, не заходи. Господи. Так, он меня отравляет. Имею в виду, бьет. Он боксер, значит, у нас. Не бег за мной. У меня деньги осталось только своровать. Блин, я не знаю, что делать. Придется, надо как-то от него убегать. Так, я тогда сюда, что ли, убегу? Блин, точно, тут же свет включен. Нет. Я просто так не отдамся. Но. Нет, прошу, не надо, прошу, не надо. Кенгуру, блин. Он везде дверь открывал. Ну чё, он сейчас думает, что я, типа, сейчас где-то там нахожусь, на самом деле нет. Какой смысл туда идти? Так, я вроде бы тут все переразрыл, значит. Блин. Так, нет. Уходим. Так, ну что-то мне что-то не все равно что-то не страшно почему-то. Все только осталось вот здесь вот. Взять все флаги. Все, я как бы могу уходить. Все. Пусть, не дай бог, попробует еще. Блин, выйти за мной, в общем. Короче, вышло 7 минут и 14 секунд. Короче, тогда еще последний раз играю и заканчиваю на этом серию. Да, наверное, я в следующий раз игру, наверное, сниму. Только, наверное, потом постараюсь ее снять. Наверное, может быть, где-то 3 числа сниму, потому что тут уже это День Австралии, этого праздника в игре не будет. Вот. Может быть, и буду все равно снимать даже настроение все-таки. Ну, если захочу. Так. Гитара. А, гитаре мы играем. Как там? А, гитаре мы играем.
Короче, я хочу как-то, ну, спеть сейчас. Значит, не получается, блин. Да, нет, короче, не получится. Печка, 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 получай, получай, получай. Господи. Давай-ка мы положим в коробку от нее, в общем. Как сейчас смешно будет. Все, короче, я продаю печку. Я в магазине купил. Короче, распаковывать. Кстати, неплохо бы попробовать запаковать как раз вещи в коробке. Это очень интересно. Блин, слушай, ну круто. Я могу даже, например, что еще запаковать? Например, я могу стаканы покидать сюда. Могу еще, что я еще могу, мишку, например. Неплохо, слушай, получается, ну. Видишь? Вот я разное могу запаковать, короче. Сейчас я, например, сейчас еще что-нибудь возьму, чтобы запаковать. Давай-ка, не знаю, например, запакуем. Давай, допустим, возьмем сейчас. Не знаю, есть ли лэптоп, но я уверен, конечно, на... Вроде бы должен лезть. Он лезет? Да, влез, оказывается. Вот так вот, видишь? Ладно, короче. Сейчас буду, короче, деньги доставать. Так, я только три предмета украл. Это что такое? Блин, да... Ой, господи, деньги, деньги, да... Да уберись уже эта коробка, господи, как ты мне тут мешаешь? Вы мне тут все мешаете абсолютно. Я, короче, с этой газонокосилкой. Короче, понятно. Я, короче, тогда иду. Я не понял. Ой, господи, я уже что-то бред начинаю нести. А, так тут еще вот денежка есть, господи. Господи, Иисусе. Иисусе. Так, сейчас главное мне. Фух, господи, так. Наушники, планшет, и золото. Ой. Не знаю, я могу подняться, что ли. Слушай, такой прикол крутой, конечно, но... Хрен знает, можно, стоит или нет таким заниматься. Давай попробуем. Вот сейчас вот... Где тут? Кенгурятина. Кенгуру! Блин, а я кенгуру не вижу. А! Вот она где бегает. Кенгуруша. Вот он где бегает. Вот он где бегает. Давай, давай. Давай ко мне, давай ко мне. Сейчас по столу будешь. О! Ой! А! Блин, я... Короче, чуть не получилось. Так, тут... Сейчас посвечу, ничего. Вот, смотри. Типа... А, да, действительно, 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 действительно. Так, о, блин, блин, блинский, блин, офигеть просто, о, так. Очень зря с фонариком бегаю. Короче, бегаем, убегаем отсюда быстро. Вот, на, держи. Сейчас я... Ладно, не получается. Блин, лоб. Блин, где ключ? Где ключ? Нет ключа. Нет ключа. Я не знаю, какой код здесь. И чё?
Нет, 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 все, давай, все, давай. Блински, блински, все, я-то ухожу. А, это деньги еще смотри, не посмотрел. Господи. Так, все, я тогда не знаю, я тогда закрываюсь где-то. Если. Чтоб сюда не зашел, все. Все, месяц нет, все. Блин. Че он-то делает? Так он проник сюда. Каким образом? Каким это он образом сделал? И что теперь делать? Блин, я не знаю. Вот блендер. А! Ой, ой, не заходи, не, все, отстань, блин. Так, планшет где-то должен быть. Я планшет не вижу. О, он ушел. Так, он ушел, пока что хорошо. Да походи. Так. Все, я сюда. Не заходи сюда, все. Все, тихо. Ого. Я пока буду искать ключик. Ключ должен быть здесь, но я его сейчас не вижу. А как я... Каким методом я открою тогда дверь? Интересно, тут я не вижу. Ключа, блин! Ой, ну, вот такая вот серийка у нас была по этой игре. Короче, друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Комментируйте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить это новое, в смысле, новое видео. Делитесь видео с друзьями, если захотите. Поэтому до скорой встречи, ребят, до следующего видео, до следующей серии. Всем удачи и всем пока.